Здорово, друзья! Это у нас кто? А почему Алекс головой дергается? Ну я здороваюсь, я киваю. Это здравствуйте, это всем привет, это демонологист. Я думала, что у Алекса уже вселился. Я думала, что уже все. И у нас сегодня кто? Сифаян Флеминг? У нас, во-первых, новая карта, у нас Циклон Стрит. Так, ребята, а прочитайте, пожалуйста, имя. Сифаян Флеминг. Сифаян, тебя что, никогда в детстве не называли Даша Сифаян? Нет, а тебя? Нет, нет. Значит, новый дом. Кстати, фотоаппарат есть. Так, вот это поебот. Я смотрю, что у Олега уже рассудок все. Сказал до побачения. Почему? В смысле? Ну, потому что посмотри. 98, потому что с тобой вот нахожусь рядом, общаюсь, понимаешь? Поэтому так все плохо. Наконец-то новый дом! Ну, в смысле, не старая какая-то развалюха. Домик как фазм, похоже. Слушайте, я хочу его построить. Мне он нравится. О, во дворе вон машина. Что еще? Собираем 2000 лайков, и я его построю. Прекрасно. Нормально. Жесть. Так, пойдем. Пойдем. Давайте начнем откуда? С первого этажа? Да? Ну, как обычно это бывает. Это логично. Эту карту мы еще не играли, не смотрели, поэтому... Я буду везде... А где свет? О, вот свет. Свет включайте. Так, тут можно слить. Не, не работает. Извините. Как в фазме эта штука не работает. А, шкафчики не открывай. Вот мне интересно, куда бежать, если на тебя нападает призрак? Уточки. Без понятия. Были, слушай. О, смотри, они разбили дыру, короче. Они четвертую стену сломали. А зачем? А вон, они расшириться хотели, видимо, к соседям, не знаю. Вы можете включать свет или на вас все время можем, можем, можем. Надо. Can you hear me? Тут, наверное, не слышно. Хрена себе. А что? А лиц не видно, смотри, там типа мать с ребенком. Да, они в черном, или зарисованы, или в какой-то как... Без понятия. Мешки. Молот зарисованы. Ёпта, какая карта. Ребята, о, этот, а не что фертите. Это было? Не фертите, что, ничего не слышал? Это было только что какой-то как страшный звук. Манекены, ну прекрасно. Прикольно. Манекенов не хватало. Can you hear me? Can you talk? Where are you? Блять, я знаю эту лавочку. Даш, я больше не буду свет включать, сама ходи. Ребята, а тут его. Еще какая-то дверь. Я вот никогда не ходил, а сейчас включил сразу. Мария Рум. Да, там алтарь, Даш, смотри, там куклы какие-то. Я не вижу, Мария Рум. Мария Рум. И ключик. Мария Рум. Прикольно, там какие-то куклы стрёмные. Я думала, это глаза, это светильники. Так, значит, надо найти ключ. Ой, тут дверь. Не открывается пока. Ребята, тут дверь. А где светильник? Бля! Что они? Твою мать! Лампы стрёмные, это ж пипец. О, мольберт. Только не наш. Жесть. Да, свет тут, конечно, не помешал бы. Слушайте, а вам не кажется, что тут... Лимбо. Лимбо. Говори, Аль, давай. Лимбо. Лимбо. О, что-то происходит. Ни хрена ты, красава. Увеличили мы. Ребята, меня попридолило. Чего? Ну, поплыл этот самый, по-моему, рассудок. Ну так. А это что? Написано. Реакция на мужчину на бесценн. We will come for you. We will come for you. Может, не надо это произносить? Какая камфора? We will come for you. Так, пойдем, там была помощь. We will come for you. I'm waiting for. Не, или что там? Что можно ответить? Кристи попадали! Я зря сказал, наверное! Ты можешь не разговаривать! Ты можешь не читать ничего в этом доме! Я больше не буду! Я иду, попадали кресты, мне же страшно. Попадали кресты. Взять один с собой. О, смотрите, возьми карты. Возьми с собой один, реально. По 2000. Карты. Никак. Каждый по 2000, Алекс бизнесмен. Возьми с собой кресты. Так пойдем отсюда. Там он, кстати, идем, идем, Даш, мы же изучаем, чего ты? Потому что тут еще второй этаж. И тут еще вот, по-моему, была одна дверь. Вот, да, да. Тайм. Нет, тайм нет. Ребят, тут еще... Мы в спальне, извиняли. А... Так, дай нам получается. Вот, тут сосед. Ух, вот. Ты ж ё-моё. И тоже кресты. О, и Алекс, тоже забирай. Кресты, да. По карманам распихиваем. Тут должны быть загадки. Это душевая? Это похоже на душевую в углу. Странно. Какая душевая? Это просто... Душневая, наверное, да? Это просто колонна. Слушайте, ребят, тут кресты даже на кровати, смотрите. Вот здесь... Я вам рекомендую изучать картины, смотреть на стены, смотрю, потому что да. Всякие пасхалки могут. А вы не быть хотите там на второй этаж? Там нам написано было Мария Рум. А, точно. Пошли на второй. Бля, тут заблудиться можно. Подожди, объясни мне планировку дома. Был дом. Они пробили потом проход в они подвал. Они пробили стену. Это не подвал. Это подвал. А, это в подвале еще один дом, типа, или что? Ну, мне кажется, это типа не дом. Скорее всего, может быть, тут кого-то держали, или хрен его знает.
Ладно. Нам нужно найти ключ от Марии, от комнаты Марии. От Марии? О, фотоаппарат тут. Прикольно. О, 2МП. О-о. 2МП? Наконец-то. Здесь прям? Тут, да, вот. Так, а где? Проверяй. Can you talk? Can you hear me? Я пошла на второй. Вы как хотите? Ну, вот тут. Я вижу, да, да. Пошли на второй посмотрим. Опа, о, что упало? А тут свет горит, ребята, тут свет горит на втором. Книжка упала вот здесь. Он здесь. Тут вот, только что упала, вон смотри, упала картинка. Бросай! Я извиняюсь, тут написано смайл. Тут фотоаппарат и написано смайл. Меня сфоткали! Бля, мое лицо спалили. Меня сфотографировали. Твою прическу просто... Флэшбэки вьетнамские, блин. Воу. Ребята, а он бросает здесь. Тут я ставлю. Вот здесь бросает. По-моему, минусовка, ребят, пара изо рта. Вы нашли комнату. Двери, что вы щелкаете? Бля, я вышел на балкон подышать просто. Так, я поговорю. What is your name? What is your name? Алекс, выходи на балкон. Смотри, как тут классно. What is your name? Говорит, о, нифига. What is your name? Ответил! Всё, еще ставим. И ответил, блин, слушай. Да так, микрофон есть, хорошо. А, и минусовка есть. Блин, это собака Ханту, такая. Мюлинг, Гуль и Абадо. Ребята, понял. А я пошла сюда. Давай. Вау, уютно. Как тут красиво. Тут вообще кайфово. Так, а давайте посмотрим, у нас... Не будет, у нас ESG не будет, наконец-то не будет этого дурацкого ESG, который я уже не знаю сколько серий не видела. Убирайте эту хренатину. Кладовка довольно странная. МП3. Да нет, нормально. Где найти ключ Марии? Тут еще одна комната. Тут телевизор работает, ребят. Меня сфоткали вообще-то, а картина, журнал упали. Чего ты дашь? Ну тут еще одна спальня. Это что хлопает? Я не знаю. Что Алекс, за это ты? Хрень? Да это не я. Бля, кто? О, ребят, заходите. О, детская. Тут что-то написано кровью на стекле в ванной. Твою налево. Какой ванной? Я уже запуталась. А здесь? Алекс, мы на втором этаже. Ты где? Я сейчас... Я тоже на втором. Я здесь. Влади Мэри. Влади Мэри. Подожди, давай. Подожди, Алекса. Вау. Блядь, что это было? А вот. Знаю, это Алекс, наверное. Слушайте, а тут, по-моему, течет... Ребята, а как это странно течет? Даша сказала Блади Мэри, тут течет кровь, смотри. Блади Мэри. Она странно течет. Блади Мэри, ну я вижу. Она течет странно, у вас тоже кусок крови? Да. Ребят, смотрите, сейчас придет призрак и такой станет рядышком и спросит, а что вы тут рассматриваете? Интересно, как это рассудок понижает? Быстро. Блади Мэри. А давайте свет тут можно выключить? Закрыть дверь, например. Тут нет света. А, нет. А, есть. Тут не выключается. Блади Мэри. Блади Мэри. Блади Мэри. Блади Мэри. Можно вырубить тут воду? Прекрасно. Постояли? А, подожди, Мэри, а ключ? Бля, кто это дверь я открыл? Дверь открыла, я хотела выйти, тут с вами узко стоять. Узко стоять? Ну, я ключ зато не вижу. Зато безопасно. Никакого. Ключей нет, да? Нет, а там детская еще была, давайте посмотрим, потому что мы тут встали в одной комнате и стоим уже. А, так там мы же детская. Изучаем. Что здесь? Может, нет никакого ключа, я не знаю. Может быть, слово Блади... Может, фраза Блади Мэри есть ключ? Чем это? Что? Что вы делаете? А шкаф открывается! У кого МПшка, Алекс, проверяй, шкаф же активность дает. Сколько? 3. А, 3. Может, отпечатки будут? Он швыряется здесь очень активно. А картину, так, а где вы поставили? У нас не а где будет, вы да? картину поставили? Где? Я не вижу, чтобы была картина. Вы а не у кого поставили? У тебя? У тебя вообще-то картина. Вот а, ты да, в руках носишь. Точно, я забыл. И хожу, думал, спиздил аккуратно. И никто не заметит. Блин, я не могу так, свет включить. Нарисуй что-нибудь. Пожалуйста. Вау! Что, блядь? Что? Что? Картины переворачиваются. Чего? Говорит. Just the beginning! Это только начало! Вау! Да не кидайся в меня! МПшкой проверяй, сколько там было. Ханту, Гуль, Мюлинг, Абадон. Нормально так. Компашка топовая. Ва-ва-ва-я. Так, вы снимаете. А, тогда смотри, я мольберт разверну. Ребята, у меня же это самое, у меня же стекло есть это. А, так давай, скидывай. Есть, 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 есть. Плямка что? Есть, плямка есть. Все, супер. Следы ходим? Эктоплазмы, да? Мюлинг. Следы эктоплазмы. Это мюлинг. У нас мюлинг. Я фотик купил, давайте пойдем посмотрим, может сфоткать надо. Задницу я бы убежала. Так, ладно. Ты в задницу убежала? Нет, там запятая или точка с запятой. Извини, пожалуйста, запятые не подвезли в эту катку. Слушайте, а что по рассудку у нас? Ой, ну такое. Так, фотоаппарат. А ну иди сюда.
Что там дальше? Давай посмотрим. Странно, там свет. А, выберите включился. Все, каждый должен выбрать призрака. Я выбрала. И нам откроется дальше. Выбрала. Вот. Что используй стекло, чтобы узнать время смерти призрака. У кого стекляшка коллиматорная, надо теперь походить, поискать дату смерти призрака. А то есть она будет написана? Я его сфоткаю. Да, там написано так. Нет, я имею в виду, она будет где-то, я просто не представляю, как она выглядит. Используйте стекло. Ну, наверное, дата будет написана. Видимо, будут цифры. А может, на часы надо как-то... Ребята, там шкаф двигался только... Открывайте, закрывайте. Вижу, да. Слушайте, дайте я возьму крест. Я что, зря его покупала? Точно, кстати. 2000 Я тоже возьму, потому что жалко бабки. Задницу. А ты, Алекс, будешь за нашими спинками прятаться? Мне не жалко. Да я не жалко, покупал. Я не закидался, да. Блин, цены тут, конечно, космос. Цены тут... Ну, это как в Фазме. Легкая тоже сначала мало денег дает, потом будем уже на... Не, в Фазме попроще все-таки заработать. Так, если увидите тварюку... О, Алекс, давай я тебе фотик дам. А я буду с крестом. На, увидишь так, тварь, давай. Как в Фазмофобии. Сразу он ходи с фонариком этот. Ребята, он хлюпает дверями. А где мне искать эту дату? То есть Даш, без понятия. Где-то должно быть написано. Ты увидишь, только ты с помощью этой штуки увидишь. Может, пойдем в его комнату? Подожди, может, да, в комнате? Да, пошли в комнату, вариант. О, смотри, как упала. Смотрите. Да, картинка упала. Нихера себе, бля. Ребята, там опять двери. Он все трогает. Слушайте, а какая особенность Мюллинга? Заебывает нас. Да, надо было посмотреть. Как минимум. Более агрессивный, если рядом нет источников огня, если... Вокруг него есть огонь, он сначала потушит, а потом будет охотиться. Во! Это у нас свечек это? Нет пока. Фазме. Так, давайте. А, и зажигай. Даш, да? Поднимайся, пробуй, смотри. Посветите мне, подсвечивайте, пожалуйста. Так она подсвечивает сама себя. Вау. Кто это? В его комнате движуха какая-то. Ребят, он повырубал весь свет на втором этаже. Даш, иди, посмотри. Спасибо. Тут очень много плямок. Очень много. Может, где-то... Что он тут делал? В той маленькой комнате. Я тоже не знаю. Очень много плямок. Я тоже не могу понять, что он тут делает. А может, я на этот самый, на какой-то... На часы какие-то должна навестись? Просто здесь вообще ничего. В темноте я ничего не вижу. Плямки. Тут плямки. Ноутбуки. Так возьми фонарик. У тебя фонарь есть? Я же держу этот самый стекло. Я не могу нести и то, и то. Ну, вы мне подсвечиваете в любом случае. Тогда надо и спускаться туда вниз. Давайте внизу. Походу. Слушайте, давайте я все-таки, подождите, я пойду все-таки фонарь возьму. Потому что у меня с ультриком... А у меня, по-моему, нет фонаря. А мы пока его подраконим, да? Не надо, я найти хочу. Да там драконь, там стоит. Я тут постою. А, у меня светы. Ребят, я буду просить вас мне подсвечивать, потому что у меня нету света. Хорошо, Даш, проси. Ребят, будьте, пожалуйста, сейчас внимательно, посмотрите, может, вы часы увидите. Может, я на какие-то часы... Думаешь, так банально здесь часы? Нет, я наведусь на часы, может быть, там что-то будет видно. А, я знаю, где часы, я видел часы внизу. Идем. Внизу идем. Если тебе конкретно часы нужны, ну, я так думаю, что он все трогает. Ребята. Сейчас покажу. 1:30 нашла! А, нашла? Вот, светится! Вон внизу часы. Нет. А я пойду Мэри проверю. Вот, Алекс, хочешь посмотреть? Где? На, хочу, вот возьми стекло. Ты тоже должен же посмотреть. Подожди, Мария вот Рум. А, смотри, ключ находится в комнате Марии. Мария, это девочка, ребенок этот маленький? Точно. Не знаю, может быть, это рабочий кабинет Марии. А может быть, внизу здесь комната Марии. Ну, там игрушки, может, это ребенок, типа. Мария Рум. Ну, как бы, ключ к сердцу... В комнате Марии. Ну, там прикольно вообще. У ребенка мы были, я не видела в детской. А может быть, как-то итак, по-другому мы все сделали. Ключ? Мы все сделали, мы живы. Это самое важное. Да пока что. Давай, так. Давайте, знаете как, быстренько тогда наверх, да? Посмотрим комнату Марии. Мы не знаем, правда, где Мария, а где вы? Ну, я думаю, что комната Марии, это вот здесь вот, где маленькая вот эта. Подождите, верно, это меня, Мария? Пожалуйста. Иду. А где Олег? А тут игрушка. Так я не знаю. Олег, ты на втором? Да. А, так ты нас вообще не подождал? Как, я жду вас. Нас. Слушайте, он тут двери открывает, закрывает. Мария. Я там возьму крест. И вряд ли это Мария. Может, там будет написано, типа, это Мария. Мария живет здесь. Так. Это рабочий, это стопудово рабочка. Может, тогда внизу комната Марии где-то? Ну, вот там же в подвале. Блин, может, и внизу комната Марии. Ну, давайте поизучаем. Я тоже как-то не особо понимаю. Ух, напряжненько. Наверное, что-то должно указывать. Ну опять, Мария. Комната тут Марии. Куча фоток семейных. Опа. Что такое? Это он потрогал выключатели, да, сейчас? Ну он вырубил на втором этаже, он все вырубил. Мария.
Вот спальня эта с крестами. А может быть, это есть вот эта рум, это Мария, которая там открыл аудик. Блин, ключ. А вы туда в демоничку поперлись, да? Ну я опять здесь внизу. Смотрю. Я внизу тоже. Смотрю, хожу. Может, еще что-то. Может, там, где вы пробки повыбивали? Вот это вот комната там, где... Слушайте, а может, где мольберт? А со мной сюда никто не пошел, да? А кто где вообще? Я никого не вижу. Я в подвале! Оглянись! Что? Перед тобой появилась тварь! Оглянись, это старая херня появилась передо мной. Ебать, тарахтеть. Это? Да-да. Можете как-то поаккуратнее ходить? Я не знаю. Алекс мне говорит, оглянись, и там появляется старуха. Давайте здесь последнее место посмотрим. Давай. Так, что тут может быть? Не представь. Зная эту игру, надо, наверное, смотреть, может, на какие-то картины. Опять, ну вот карты Таро. Просто опять, мы же не знаем, что именно является ключом. Вот в этом-то и суть загадки. Heart. В этом-то и суть. А вот там где-то туалетный столик. Тут ничего не было. По крайней мере, одна книжка была, мы ее активировали, да? Есть карты Таро. Но она просто открывает проходы. А кто топает? Пока никто. Я вот это что? Что вот с этой делать? С зеркалом? Я не знаю, что он так вдруг засветился, оказалось. Welcome for you. Не, ну ты же прочитал, и кресты упали. Или это не взаимосвязано? Да? Ну думаешь? Да, мне кажется, что скорее всего это связано. Ладно, пойдем. Хорошо. Если кто шарит, напишите в комментах. Угу. Будем думать. Очень странно. Это что у нас? Ну тут часов много. То есть, вот... если часы нужны. Нет, нам часы нужны. Я же нашла. Я знаю, на будущее. Нет, я имею в виду, я не часы искала. Мне просто на стенке светящаяся была цифра. 1:30. Так, пойдем. Кресты на изготове. Тут тоже. Кресты на изготове, да. Кстати, оно особо не. Ну, два раза бабка появилась. О, что-то начинается. Can you hear me? Can you talk? Дверь открыта. Опа, там что-то закрылось. Алекс, пока. Стоп. Ребята, тут я нашла часы. Я часы выбрала. Смотрите, подойдите сюда. Кстати. Рукой ты можешь выбрать. О, а какое время смерти? 1:30. 1:30. 1:30. Может быть, вот это? Оп, стоп. Я выбрал 1:30. И что произошло? Может, та дверь открылась? Это же 1:30, или у меня уже глаза дубежка? Да, 1:30. Ну, да, пойдем вниз проверим. 1:30. Прикольно. Ну, я не знаю. Тут же оно как-то взаимосвязано, наверное, может, не просто так выставили. Давайте, вы идите вниз, а я буду регулировать время вам. Ну, отлично. Не, ну и так же проще. Снаружи дома, причем стоя, да? Да. Нет, я внутрь зашел. Нет, тут закрыто. Закрыта дверь. Блядь, что-то. Наверное, не связано, может. Алекс, пойдем отсюда. Я беру крест, а ты свети и пойдем. Не-не, ты... Нет, не работает, это значит не для... Блин. Я не вижу, куда идти. А, вот, пойдем. Ну это же для задания было. Да, но это доп. Задание, там не сказано, что где-то... А может быть, обновились доп. Задания? Пойдем. О, открылось! Что? Хуя открылось у тебя, у нас что-то наоборот что ломается. Что открылось? Кресты какие... Только что сломалось что-то. Что ты накрутил там? Я выйду. Оно что-то сказало... Да! Олеж, выходи. Блять. Он сказал, I'll find you или что? А где открылось-то? Мне показалось, что открылось, видимо. Хорошо, а, так может внизу минут? Открылось? Опять иди? Хорошо, давайте я сбегаю и проверю. Я тоже пойду. Че, мы сами будем тут стоять с Алексом? У меня появились кресты, мне показалось, что оно якобы открылось. А ты сколько поставил? Кого? Ну что ты там выставил? Было то ли 6 часов, где-то так. Странно, ну мы же виделись... Не, не открывается. Так что-то другое, значит, пойдем посмотрим дальше. Не, вряд ли. Нет, не, может, это просто что-то двигалось, даже. Ну что-то же двигалось. Так это был просто призрачный ивент. Нет, здесь ничего. Скорее всего. Просто не хочу умирать, я эти вещи потом хер куплю. Ну да. Поэтому я пошел. Лучше в следующий раз сюда приехать. Тихонечко. Я, наверное... К чему тут вообще египетские статуэтки? Ну, может, проклятие какое-то египетское? А где ты кресты увидел? А у меня на ролике увидишь потом. Но тут по комнате кресты появились. Мне кажется, что где-то, наверное, какое-то время еще есть. Еще часы. Внизу были часы, кстати. Блин, да, я все-таки схожу. Я и сейчас, я быстро. Я одна нога здесь, ну, другая нога там. Сейчас пошу, Рикус. Ну, куда он вниз пошел? Я пойду вниз, на входе в это, там были часы стояли.
Посмотрю время. Что откры... А, это, наверное, был звук от крестов. Тут, короче, у одних часов вообще стрелок нет. Угу. У вторых одна стрелка на два. А вторую, значит, подобрать? А второй стрелки нет. А второй стрелки нет. Типа подбор? Вот, что-то? Часы слева. Видишь, на двоечку. Угу. Я не вижу там. Он не приседает, ни хера непонятно. Еще часы, знаешь, где были? В одной из комнат тут были часы. В таком холле. Мы в какой-то холл заходили, вот тут, по-моему. Стрёмно как. Вот, часы, смотри. Ну-ка. Вот тут другое значение, тут уже 4. Тут 4.20. Можно попробовать. Тут 4.20. А, может быть. Тут одна стрелка. Давай 2.20. 4.20. Давай 2.20. Подожди, 2.20 или... Или 2.20, или 4.10 получается, что ли? 2.20 или 4.10. Слушай, нормально. Потому что это, по-моему, минутная. Может бля, атака, быть... атака, бежит на меня, херня! Держи крест! Защищай, защищай! Он убил? Убил? Нет, не, я живой. Все, крест пропал. Атака кончилась? Да, наверное. Так. Открыл дверь? Бегу обратно. Не знаю. Давайте выйдем. Давай, я держу крест. Он на тебя не напал? Напал на меня, но, типа, крест пропал. Опять атака, дверь закрылась, да? Нет, это Алекс, Олег, да, развлекается. Я уже убегать начал. Я бы тебе сказал. А я уже повернул обратно. Так, хорошо, давай попробуй. Даш, ты с крестом, я не зайду уже, у меня креста нет. А, значит, мне время выставлять? Да, иди выставляй. А как мне, а как его тут выставлять? Не тут, там зайди, это просто баг. Так я уже внутри... А что, я его, по-твоему, сейчас не выставляю? Значит, смотри, я попробую два... Нет, это неправильно. 4.10 попробую. Ну, не срабатывает? Не, что-то сомнительно, мне кажется. Да не, вряд ли это. Ну это так, проверка была. Ладно, поехали. Все, погнали. Фух, давайте глянем, все ли мы сделали. Ну экзорцизм еще не делал. О, Олег вообще 2% рассудка. А как, кстати, экзорцизм открыт. Установи да. Время смерти на настенных часах. А, вот, ну час 30 же. Мы же установили. Давайте его... Так, а теперь экзать? Вы можете выполнить все задачи. Не будет разблокирован, пока вы... Экзорцизм не завершен. Установи время смерти. Так мы установили. Завершено же стоит. У тебя экзорцизм завершенный стоит? У меня нет, нет, он меня просто разблокирован. Нет, у меня второе, да, этот, а экзорцизм как раз нет. И... Час 30, ну мы же ставили час 30. Ну да, еще раз попробую. Алекс, давай, ты что же видел час 30? Да, я сейчас еще... Да, мы его уже точно видели. Подожди, а если это Америка, могу. Может тут не, час, не так выставлять? Нет, ну а нет. Это... А как ты, это же не электронные часы. Да. Что? Что такое? Уходи, убирайтесь отсюда, он мне сказал. А может зайдем все и покрутим их снутри? Может это баг? У меня креста нет. Что произошло? А давайте я зайду и покручу. Давай, попробуй. Ну вот я поставила час... Час 30. Я час 30 поставила. Да, вижу. Ну-ка, давай. И что там, что-то изменилось? Я сейчас посмотрю. Я сейчас туда-сюда. Смотри, подожди, машине, а может изменился экзорцизм? Алекс, коробка сверху упала. Смотри, вот. Со второго этажа в тебя. Да? Вон еще, да. Вижу. Установите падает. Время смерти призрака на настенных часах. Не-а. Непонятно. Ну час 30 было. Блин. Олег, хочешь возьми мой крест, пойди посмотри время ты, может оно изменилось. Да не, давай потом уже. Давай. Я не хочу. Я верю тебе на слово. Так что все, поехали. Час 30. А может 11.30? Блин, может мы слепые с Алексом? Ну подожди, дай я попробую это 11.30. Ну пойдем еще раз дойдем. Вот, я еще раз смотрел, там 1, 2, 3. Опять что-то падает. Хорошо. То есть вы решили добивать, да? А я ж тут стою. До последнего. Я понял. Давай. 11.30 тоже не работает. Ну, очень хотелось бы. Алекс, хочешь? Ты сходи, посмотри. Так я сколько раз смотрел. А, ну, значит, ты не, тоже видел сейчас. Все, поехали. Да, ты его в задницу. Что-то как-то я не... Странно. Нормально. Значит, а может это... Слушайте, а может быть это не те часы? А может быть других тут несколько? Других нету. Ну, это я так... Поехали, чего вы это самое? Поехали. А, да, мы не туда зашли. Ух. Ну, стрёмный так, дом. Выставили призрака, да, Мюллинг? Да. Мюллинг. Ну, он очень активный. Он на Полтера похож вообще-то. Ну, давайте посмотрим, гуль это или нет. Нет, это Мюллинг. Мюллинг? 900? 250? Используйте стекло, чтобы узнать время. Экзорцизм 0. Я не знаю, почему у нас там оно не выбралось.
Но... Блин, обидно. Блин, обидненько. Обидненько, ну ладно. А ничего больше нельзя проводить какую-то там... А у каждого, видимо, свой обряд будет. Да. Угу. Тут просто время надо было поставить и все. Ну тут получается, либо да. Еще где-то время было какое-то на какой-то стене, но там точно был час. Нет, смотри, в общем, мы там точно время-то точно правильное, но мне кажется, что часы не те. Может быть, еще какие-то часы были. Все, ребят, ну было очень все. Круто. Вот такая насыщенная серия на новой карте. Да. Надеюсь, понравилось. Всего хорошего. Пока. Пока-пока. Всем пока.